Баскетбольный клуб «Самара» на домашней площадке разгромил ижевский купол «Родники». Матч завершился со счетом 105-68. Самым результативным игроком хозяев стал Игорь Смыгин. Для своей команды он заработал 21 очко и отметился 4 перехватами. Клуб остается в тройке лидеров Суперлиги. Следующие матчи «Самара» проведет 2 и 5 декабря в Новосибирске и Иркутске.